есть такие работники дипломатической службы. Кто это? Дипломатия. Я сначала слышала такое дипломат, теперь придумала. Ну, похоже на математику. Так. Это такой магазин. И надо, чтобы было добро и стройка. Делают дипломы. Там продают всякие там сумки. Продают одежду. Продают мебель. Дипломатия – это чтобы заниматься, зарабатывать денежки, работать на все добро и делать всякие добрые добро, чтобы все было хорошо. Это такая роспись, такой серый листик, и на нем что-то надо написать. Когда служба кого-то защищает. Там, когда работники все работают, они все понимают, что надо делать всякое, которое нас защищают, воюют. Служба опасности.